День вышиванки. Так символично называется акция, которая впервые прошла в областном центре. Праздник слова, творчества, искусства раскрыл многообразие белорусской культуры брещанам и гостям города. В преддверии нашего главного государственного праздника День независимости Республики Беларусь Белорусским республиканским союзом молодежи была выдвинута инициатива провести такой праздник, как День вышиванки. Он начал проводиться 3 года назад в городе Минске. Такого масштаба, как сегодняшний наш праздник на площади, он проходит впервые в Бресте. На один день главная площадь Бреста превратилась в настоящий национальный народный городок. Акцию поддержали не только инициативные лидеры БРСМ, представители вертикали власти, но и горожане. Для них это еще один шанс окунуться в прошлое, вспомнить все то хорошее, что связывало каждого из нас с народной культурой, погрузиться в мир белорусских самобытных традиций. Мы истинные белорусы! Истинный белорусский, я истинно полежу. У нас всегда, завжди, на целой вишиванке до европейского костюма. Каждая семья, мать и батько, малый национальный одяг такий, полежуцкий. Матери такие файные костюмы, залишився дома, знаете. Старину фартушки, кофточки все были. Вот мы по их традициям следуем. Специально к празднику прямо на площади разместилась фотозона из настоящих тюков соломы, в которых красовались луговые васильки. По обе стороны работали мастерские ремесленников, где можно было приобрести сувениры ручной работы, в том числе и расшитые узором рубашки. На сцене публику радовали выступления народных коллективов. Праздник стал еще одним подтверждением того, что белорусы – дружный, толерантный, мирный народ, стремящийся к развитию своих духовных традиций. На нашей одежде расположены орнаменты. Это говорит о том, что и наши предки из поколения в поколение обязательно передают какой-то код своей нашей белорусской какие-то традиции. Поэтому мы помним историю, этот день напоминает о каких-то исторических событиях, которые происходили именно в нашей белорусской истории. Поэтому мы привьем этот праздник и надеемся, что он найдет обязательно свою традицию, и каждый год мы будем ее только усовершенствовать. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».